Так что, Серёнь, а меня Эдгар вытащил. Ну, я говорю, молодец, блин, красавчик. Я-то так. Я знаешь, что вспоминаю, когда мы еще там были в бицах, помнишь, да? Вот распиздил. Так и остался. Это, бля, вообще красавчик. Мы с ним один раз, я к нему приехал, как мы там наебошили. Ну все, мы больше так не так потихонечку. Не балуем. Этот мне, блин, постоянно шлёт. С рюмахой. Сколько, да? Здоровья у брата нашего, блин. Только-только начал. Сейчас у меня зал, у него два дома пройти. Я говорю, приходи, блин. Полгода его тащил, блин. Эдгарик, что это за дела-то, блин? Три тренировки прошел. Красавчик, молодец. Можешь мне приехать, простимулировать еще? Обязательно. Легкий спарринчик, да. Я работал в ДСАФе. 8 лет работал. Вот ты сейчас где? Я свой клуб открыл. В Зеленограде. В Зеленограде. Там зал у меня такой, ну, приличный. Ну, отлично. Я там чуть фитнеса, и боксерская зона у меня там по 400 метров. Уже хочу расшириться, прикинь, да. Ну так что, слушай, а если что-то у тебя там это, мало ли где-то ближе к центру, то есть север, хотя, конечно, тоже. Есть, знаешь, где? Вот сейчас и там продают бизнес. Да, я не потяну. Для земли. Где именно, да. Ну вот у меня Юго-Восток в ДСАФе. Да в любом месте, если где-то есть хороший, да, нужен, сам понимаешь, да? Да, да. Я еще и сам прыгаю тоже. Ну да, я тоже боксирую. Ну, да, с пацанами, да, чтобы показать, конечно, и потянуться, и отжаться. Поэтому это... Ну, если там ближе к центру там что-то, либо Юго-Восток где-то, да, это вообще... Ты в каком углу? 35. Он синим? Да. 35. Сейчас. Это что-то уже 36-й там. Ребят, ну я судья, я тоже за всеми. Понимаем. Вот, уточните, вот есть там списки. Мы же кричали, что он подошел. 35-й как раз в угол дошелся, да? Сейчас, ребят, разберемся. Я здесь, а главное... Это... Адельхан. Еще раз. Ну подойдите, разберитесь, что. Так, как, все нормально? Шлем там, да? Все. Внимательно слушаем. Сейчас, ребята, сейчас. Не тот соперник. Не тот соперник. Сейчас они там. Сейчас награждает, как получается, Абасова Тимура. Пара номер 35, Абасов Тимур. Получает медаль, грамоту. О, давай сразу. Так, это грамота. Все, вот видишь что? Все быстро и четко. Но не расслабляться, да? Давай. Так, все нормально? Сила. Да? Капы есть, да? Заходи. Там все по правилам. Капа, все нормально, да?
кричат мне, есть бандаж? Так, руки пожали. Так, внимательно слушаем команды. Главная команда — это стоп, да? Все, по углам. Берите полотенце. Чье полотенце? Передней ручкой. Что стоишь, блин? Работа, тихо. Давай. Живот удачи, давай. Дыши. Все, передней ручкой. Давай. Руки вытер. Руки быстро вытер. Бокс! Стоп! Стоп! Шлем чуть-чуть ему потяните, а то болтается. Боксеры. Боксеры. Заворачиваем кулаки. Бокс. Давай, нормально. Уходи, первый номер отработай. Вот хорош. Дальше. Больше бери. Вот так, ближний. Чуть-чуть немножко вот этого, да? А то они. Левые! Лево-лево, право! Руки быстро вытер. Бокс! Вы, ребят, чуть-чуть немножко есть тряпка, да? А то будет скользко очень. Ну, у кого какая обувь, она у них подтерта, да? Тут-то нормально, но просто в основном у них такие не специализированные обувь. Секунданты! Боксеры! Бокс! Отойди, сейчас руку отдавят. Ну, тихо, давай. Хоп!
боксеры. Ничего, ничего. Активная жизнь только начинается, да? Ну, все. С разногласием судей. В этом бою победу одерживает Толтая Фаберкан. Синий угол. Руки пожали. Тренерам и на награждение. Готовится к выходу. Сюда. Ничего, все нормально. Спасибо.